Школа балета Александры Самойловой открыла театрализованный концерт «О тебе, родная» во Дворце культуры имени Чкалова «Настоящий аншлаг». 400 женщин из Щелково и поселения района поздравили с самым трогательным праздником – Днем Матери. Я желаю вам, дорогие мамы, бабушки, чтобы вы как можно чаще слышали. Милые мамочки, я просто тебя люблю. Вы сделаете столько для своих близких, детей, мужей. Ведь именно на вас держится этот такой порой хрупкий мир. В честь Дня Матери благодарности главы района и Совета депутатов вручили 12 мамам, воспитывающим троим и более детей, занятых работой в общественных организациях и благотворительных фондах. Пожелал бы всем мамам здоровья и долгих лет жизни. Потому что пока жива мама, мы дети. Праздником вас! Без вас мы не можем воспитать самое главное – своих детей, будущее поколение нашей страны. И без вас жизнь невозможна. Поэтому сегодня и каждый день мы должны низко кланяться вам. И мы должны говорить каждый день для вас добрые, приятные и нужные слова. Спасибо, люблю и всегда ваш. Ирина Колосова, мать героини, воспитывает 7 детей. Младшему 8 лет, старшая закончила институт. День мамы – это самый замечательный праздник, который есть. Потому что мама – это одна, которая может любить, пожалеть и обнять в то же время. Поэтому дети, когда готовят праздник маме, это очень замечательно. Когда все собираются, это большая радость. Впервые меня поздравили. На самом деле районной администрации мне очень приятно, что они видят добро и видят помощь, которую мы создаем вокруг себя людям, малоимущим, многодетным. Что важно для женщины? Очень важно, чтобы ее понимали и любили. В праздничном концерте, наполненном яркими танцами, акробатическими номерами и сценическими постановками в исполнении обаятельных детей, в центре внимания находилась мама, хрупкая, сильная, нежная, понимающая, добрая и всепрощающая. Мама – учитель, мама – строитель, мама – общественный деятель. Самое главное в женщинах – это, конечно, обаяние, любовь и привлекательность, чего от всей души мы всем им желаем. Михаил Налетов, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».